В данном видео, дорогие друзья, речь пойдет о ягоде клюква. Это популярная и такая знакомая для многих ягода, которая активно используется для лечения многочисленных недугов. Она подойдет для терапии при сниженном иммунитете, вирусных заболеваниях, стрессах, но чаще ягоды применяются при лечении болезней мочеполовой системы. На вид она неприметная ягодка, но внутри себя скрывает огромное количество витаминов и минералов, которые и благоприятно как раз воздействуют на все системы нашего с вами организма. Клюквенный морс при цистите у женщин может быстро снять боль. В клюкве содержатся такие микроэлементы, как йод, марганец, магний, железо, серебро, а также в состав этой ягоды входят витамины Е, К и А. Ну а про витамин С и так понятно, что его здесь в огромном количестве. Богата клюква и на дубильные вещества, такие как каротины, фруктоза. Именно поэтому лечение цистита клюквой дает хорошие результаты, потому что ягода обладает мочегонным, противомикробным и противовоспалительным действием. И если, например, употреблять каждый день немного клюквенного сока либо морса или съедать несколько ягод клюквы, то можно не допустить образования камней в почках. В зависимости от того, как вы будете употреблять эту ягоду, как вы будете готовить тот либо иной напиток из клюквы, конечно же, и разный эффект вы получите. Дело в том, что напиток может быть как тонизирующим, так же и общеукрепляющим. Или он может быть точно направленным на излечение конкретной болезни. Клюква помогает очистить сосуды, сделать их более эластичными, и для этого нужно приготовить смесь из целебных плодов растения плюс чеснок. Нужно взять 400 грамм свежей ягоды, 15 долек чеснока и сюда же добавить 1 стакан меда. Все соединить вместе, взбить блендером и принимать по 1 чайной ложке перед сном. Например, если вы клюкву будете употреблять вместе с медом и плюс добавить еще шиповника, то такая смесь поможет вам при цистите восстановить организм после физической и эмоциональной нагрузки. А если вы являетесь заядлым любителем кофе, то попробуйте все-таки заменить его на морс из клюквы. Такой напиток будет тонизировать и заряжать энергией вас на целый день, что не скажешь про кофе. Народные рецепты говорят о том, что если трижды в день принимать по 3 столовые ложки свежевыжатого сока перед едой, то это не только снимет воспаление с почек, но и поможет при гинекологических заболеваниях у женщин. А настой из листьев и ягод клюквы в соотношении 1:1 рекомендуется пить при нарушенном обменном процессе ожирения и гипертонии. А 1 стакан клюквы, который вы размешаете с 2 столовыми ложками меда, поможет вам защитить организм от респираторных заболеваний. Данные рецепты я вам оставлю подробно внизу в описании под данным видео. Но помните, дорогие друзья, безусловно, что если у вас острая форма цистита, то клюква – это не основное лекарство, а как дополнительное средство. Будьте здоровы, пусть заметка для вас окажется полезной. С вами была Ксения. До новых встреч!